Это музыкант и композитор Кирилл Рихтер. Ему 29 лет. Он уже выступил в Royal Albert Hall в Лондоне. Впереди знаменитая на весь мир Эльбская филармония в Гамбурге. Написал саундтрек к трансляциям чемпионата мира по футболу для американского телеканала Fox, а свой первый альбом посвятил времени, понятий, о котором обычно не задумываются в 29 лет. Да, это просто было одновременно там YouTube, пара роликов, SoundCloud. И ничего не происходило. Я выступал для себя. Это были смешные такие места, хотя очень дорогие нашему сердцу, вот нашему коллективу, где мы познакомились, в принципе, все. Но, конечно, это вообще не похоже было на концерты. Там, это там не 1500 человек в заряде. Да, там, это было там 80-50 человек, которые там еле набиваются в этот зальчик маленький. Ужасно в состоянии пианино. Вот. И никто об этом не думал вообще. То есть я просто делал. А потом был Хронос, и он наложился на определенный момент моей жизни, и я понял, что все. То, что я делал до свидания, и привет, музыка. Нет ничего общего ни со Святославом Рихтером, ни с Максом, кроме фамилии. Даже консерваторского образования, как у своих знаменитых предшественников, у него нет. Зато есть диплом инженера-графика из научно-исследовательского института МИФИ и дипломная работа из британской высшей школы дизайна. Закончил начальную музыкальную школу экстерном. Я просто выиграл там ряд конкурсов, и мне разрешили не сдавать сольфеджио музлитературу, слава богу. Вот. И в основном это было благодаря тому, что я тогда уже сочинял. Я не люблю слово «самоучка». Мы все самоучки, если уж так посмотреть. И все композиторы, которые прошлого также были самоучками, никто их не учил доставать и эти идеи из головы своей. Пустота. Оно возникает из ничего, с двумя другими началами, пространством и материей, рождается время. Таинственный голос древнегреческого бога Хроноса, принадлежащий актеру и режиссеру Арману Хачатряну, отделяет минималистичные контрастные композиции одно от другой комментариями, которые, с одной стороны, поясняют каждый следующий шаг музыкально-театрального действия, с другой служат лишь разделительной чертой, после которой трио, помимо Кирилла Рихтера в составе, виолончелист Август Крипак и скрипачка Алена Зиновьева, включают все три скорости одновременно и вместе создают свое понимание времени, рождая в зале еще 2000 интерпретаций. Хронос альбом о взаимоотношении со временем. Я верю, что моих, и не только моих, но вообще взаимоотношения человека со временем. Это все достаточно близко к такой философии, если не сказать теологии, да, вот этой древнегреческой. Но для меня каждая пьеса имели и имеют связь с абсолютно практическими вещами, которые произошли в моей жизни. Что вижу, о том и пишу. Восемь кинематографичных и сентиментальных композиций о времени как памяти, о времени, которое забирает лучших, о тех, кто способен остановить время, мечтателях и творцах, о том, когда настает момент самого времени. И резюме – благодарность композитора за время, которое с ним провели слушатели, отмечая, что время, конечно, не проведешь. У представителя российского минимализма Кирилла Рихтера среди констант сплошные максимы. Правило такое – ты должен выступать везде, как в последний раз, и лучше всего. Самое главное, чтобы не было вот таких фидбэков от людей, которые говорят, что-то классно, конечно, но не дотянут. Это меня не устроит, надо умирать, выходить как викинги на сцену, как последний бой.